машину загружают термобелье и средства личной гигиены. Зубные пасты и щетки, влажные салфетки, мыло, порошок. Автомобиль доставит все на линию фронта. Это благодарность и поддержка для мобилизованных. Предприниматель Владислав Вартанян уже не в первый раз собирает гумпомощь для военных. Планирует продолжать. Решил помочь нашим землякам в непростое для нас время. Я считаю, это долг каждого из нас помочь им, чтобы они понимали, что они не брошены и что мы всегда рядом, хоть находимся на дальних расстояниях друг от друга. Все желающие могут обращаться к нам в региональный исполнительный комитет, адрес Ленина, 11, второй этаж. Непосредственно по этому адресу существует волонтерский центр, где мы принимаем не только членов партии, сторонников, а вообще жителей города Курска, что они активно делают. В штабе гуманитарной помощи отметили, что все больше курян хотят оказать помощь фронту, независимо от партийной принадлежности.